Друзья, всем привет, меня зовут Нармина. И сегодня я хочу вам показать в этот солнечный осенний день, что здесь происходит очень редко, свои фавориты за сентябрь. Я очень любила этот месяц, он просто перевернул мою жизнь с ног на голову. И получились фавориты, собственно, о которых я хочу вам, собственно, рассказать. Первый мой фаворит сентября — это от солнца то сюда, то туда сегодня прыгать. Мой просто незаменимый фаворит этой осени, точнее, этого сентября, стало мое натуральное красивое пальто. Оно сделано из козьей шерсти, и оно очень красивого цвета, серого, очень красивого дизайна. Я просто без ума от него. Покупала я его в прошлом году, но прошлой зимой и осенью я не успела его поносить, и я его практически сюда привезла новым. То, что меня бесит в этом пальто, единственное, что меня не устраивает, а солнце опять ушло, ну да ладно, вот эти маленькие комочки, которые собираются на ткани, вот, например, около рукавов, где вот везде постоянно происходит трение. Я не могу, мне так жалко его. Я не могу с этими комочки, меня раздражают. Я понимаю, что есть какие-то, наверное, машинки, я знаю, чтобы вот это убирать. Ну, блин, я так не хочу, чтобы оно так в этих комочках было, потому что сразу создается какой-то эффект, как будто оно старое, оно поношенное, но оно новое. Просто я его так часто заносила в этом сентябре. Потому что, извините меня, здесь такой сентябрь, такой, как у нас ноябрь, либо октябрь. Мы там в Алмате в сентябре там в шортиках, майках ходим, здесь я чуть не с ума не зашла от такого холода. Но, тем не менее, это мой фаворит, и я буду бороться с этими комочками, как только у меня получится, но я думаю, я их когда-нибудь да преодолею. Следующий мой фаворит стал, как ни странно, журнал. Называется он Tatler, надеюсь, я правильно все сказала. Я этот журнал никогда не видела, я его в Казахстане не видела, мы с мамой покупаем InStyle постоянно, но Tatler я не видела. Купила я его только, извините меня, за обложки. Потому что я так сильно хочу, чтобы Трамп выиграл, и я решила посмотреть, что у него-то там, как у него там вообще жизнь складывается. Купила этот журнал и просто в него влюбилась. Здесь он до того интересный, до того вот мой, здесь всякие интересные фотосессии происходят, просто модные вещи, интересные интервью. Не могу от него оторваться, вот, например, я сейчас хочу свою комнату, ну, как бы приукрасить, сделать много коллажей, вставить разные картинки. И этот журнал, как он подходит под мою квартиру, вы даже представляете. Вот, например, вот с разной фотосессии. Вот, например, одна из них. Антибутик. Вы посмотрите, какая красивая вот фотосессия. Сейчас вам еще покажу. Просто они как делают рекламу, но до того все красиво, так стильно, гармонично. И вот прям по моему вкусу все сделано. Мне очень нравится этот журнал. И, конечно же, интервью Трампа и его детей, мне очень, его ребенка и жены понравилось. Вот, ну, посмотрите, прям готовые коллажи вот эти девушки. Кучеряво живете. Очень красивый журнал. Приобретите его, он не такой дорогой, по-моему, 117 рублей. Например, в Казахстане нам вот эти российские журналы приходят в два раза дороже. Они, если, например, если он будет 117 стоить, то у нас будет где-то стоить 300, потому что нереальная накрутка. Оказывается, как идет, я этого даже не подозревала, я думала, везде фиксированные цены, но нет. Так что здесь намного дешевле журнал, чем у нас в Казахстане, что для меня еще лучше. Обязательно прочитайте этот журнал онлайн, либо вообще купите, потому что я, мне кажется, его сейчас полностью опустошу. Все фотосессии вырежу, да, сделаю из них коллажи. Следующий мой фаворит, это, наверное, такой первый очень странный фаворит, который вы увидите, это торт. Да, ребята, мой фаворит этого месяца — это торт. Мы с мамой нашли просто удивительный торт, который я просто по нему схожу с ума. Я, наверное, один из самых вкусных тортов, которые я когда-либо ела, это фирма Усладов, торт тирамису. Мы с мамой приехали вот на первую неделю, решили купить себе тортик, отпраздновать, собственно, мой первый день в институте. И я очень боюсь покупать торты, какая-то вот болезнь, я боюсь покупать торты, потому что у меня много раз такого было, что я покупала дорогой торт, но он оказался ужасно невкусным. Не знала, что делать, там был такой выбор, я смотрела и туда, смотрела и сюда. Мы очень любим кушать тирамису в Алмате, и я думаю, мы уже, наверное, от него, надоел он, да? И думала купить что-то новенькое, но все равно купила тирамису, потому что я хотела торт купить очень дешевый, чтобы его попробовать. Но он выглядел очень красиво, стоял самый недорогой был на полке. Я его взяла, и после этого я поняла, что именно в раю едят именно этот торт.
Я, наверное, возьму и напишу на сайт этого торта, там написано торта. Что я говорю? Зачем торта? Торт, напишу какой-нибудь им отзыв, потому что их цена, он стоит 360 рублей. Очень вкусный, очень красивый. Мы с мамой его кушали, наверное, штук 5 купили за этот месяц. Он просто невероятный. Я вам всем советую. И даже вот сейчас смотрю сериал «Мамочки», о котором я сейчас расскажу. Там я даже увидела, что главные героини пьют с ним чай. И я такая, о-хо, Усладов! Так что купите обязательно, попробуйте. Он просто невероятный. Я вам серьезно говорю, вкуснее торта, я, наверное... Нет, ну я ел очень вкусный торт, но он один из самых вкусных. Следующее, о чем я хотела бы с вами поговорить, да, точнее, не поговорить, я хотела бы вам рассказать о сериалах, которые я смотрела в этом месяце. Вы, наверное, все знаете, что сериал найти, хороший сериал, очень трудно в наше время. Так, я стала совершенно темной, чуть-чуть сделаю поярче. О, и солнце вышло, ну конечно же, как же. В наше время очень трудно найти хороший сериал, потому что их очень много, и непонятно, качественный или хороший он или нет. Так что я хотела бы вам посоветовать. Я очень люблю сериалы СТС, они очень хорошие. Там «Один из магикян» или еще какой-нибудь там. Ну, в этот раз я посмотрела еще несколько новеньких. Это «Беглые родственники». Сериал средний, но интересный. Так бы один раз посмотреть, очень смешно некоторые моменты. Это, ну, не самый лучший СТС, который ему дался. Но, тем не менее, ему можно уделить внимание, посмотреть, поставить его на фон. Самое то. Следующий очень-очень хороший сериал, который мне понравился, это «Лондонград». Очень хороший сериал, но, конечно же, мне он напомнил Шерлока Холмса. Все было очевидно и понятно, что создатели этого сериала просто, наверное, создали по мотивам Шерлока Холмса. Конечно, сделали более на русский лад, но тем не менее он очень хороший, все действия происходят в Лондоне, и это не постановка, они действительно поехали в Лондон, снимали весь сериал в Лондоне, посмотрите, очень хороший, очень смешной, интересный. Моей маме даже больше понравился, чем Шерлок. Конечно, поставила маме сериал, я говорю, мам, да это же Шерлок. И она такая, а почему мы его не посмотрим? Я говорю, давай посмотрим. Мы посмотрели с мамой 2 серии. Я вам хочу сказать, Шерлок офигенный, я его очень люблю, даже купила вот недавно книгу о нем, я вам скоро ее покажу. Но «Лондонград» очень достойный сериал, и он стоит вашего внимания, обязательно посмотрите. Очень интересный, и самое главное, очень качественная съемка. Я уделяю этому очень много внимания, именно съемки, сценарий был очень хороший. Все актеры подобраны просто очень хорошо, хороший кастинг. И мне нравится, что нету наигранности. Например, если в комедийном сериале «Беглые родственники» я вижу фальшь, очень вижу, то в «Лондонграде» это снят был больше не как сериал, а как фильм. Так что уделите ему внимание. И последний сериал, о котором я вам хочу рассказать, это сериал «Мамочки». Как вы знаете, вышел недавно новый сезон, и я просто без ума от этого сериала. Я каждый день жду, не дождусь серии от него. И сегодня должна быть выйти, должна была 14-я серия, так как сегодня суббота, она же, к сожалению, не вышла. Жду не дождусь новой серии, прям прихожу вечером с института, ставлю себе, и это какое-то самое лучшее время моего дня. 23 минуты какого-то позитива, 23 минуты хорошего сценария, 23 минуты хорошей, яркой, прям качественной картинки. Посмотрите его обязательно, первый сезон, второй сезон, сериал невероятный. Конечно, на любителя, но мне очень нравится, я вам советую его. Просто после тяжелого такого дня этот сериал для меня must have. И последнее, хотела вам показать также свою любимую сумку. Вы ее уже видели, когда я вам показывала, что в моей сумке. Сумка просто безумная. Я в нее влюбилась, и... Сам дизайн, модель, кармашки, цвет, боже, этот цвет. Я сейчас без ума от такого вот серо-грязного розового цвета. Вы даже как он красиво смотрится с моим вот этим серым пальто. Вот это прям вот, это осень 2016, такие красивые у меня оттенки, я пытаюсь сочетать. Потому что, мне кажется, я никогда так хорошо не одевалась, как я одевалась в этом месяце. Потому что в институт я ни разу не оделась одинаково, и я уже немножечко подзаколебалась каждое утро выбирать себе новый наряд. Ну, эта сумка каждый день со мной, хотя я взяла еще 2 сумки, но я просто не могу с ней расстаться. Сюда входит бутылка, сюда входит тетрадь, сюда все входит. Она очень вместительная, но тем не менее она очень элегантная и напоминает мне портфельчик. Удобный ремешок, золото. Все, как я люблю. И последнее, что я вам хочу показать, это приложение. Я никогда вам не показывала приложение, но в этот раз меня просто вынудила жизнь. Недавно совсем я
Вообще, когда мы приехали с мамой летом сюда, в Москву, мы просто обходили ее, ну, очень много ходили, и нам помогало одно приложение, которое называется 2GIS. 2GIS, я не знаю, правильно его произношу или нет. И это приложение, я его проклинала, потому что он нас иногда странно водил, но всегда приводил правильно. И в этот раз я себе скачала Google Map, и я здесь шла на встречу с одной девочкой, и мы встречались с ней около музея Маяковского. Я вышла с метро, и мне пишет навигатор: так, тебе еще найти 13 минут до музея. Я такая: ну блин, я же смотрела метро, чтобы выйти сразу в метро, и там было Маяковского, ну, музей. Я перешла дорогу, начала идти, ко мне подошла женщина, спросила какую-то там церковь. Я такая: вы не знаете, где музей Маяковского? Он говорит: нет. Я разворачиваюсь, смотрю, что мой навигатор показывает опять идти в ту сторону, с которой я вышла. Я его опять прокляла. Я пошла опять туда и уперлась прям в музей Маяковского. Там, когда я вышла из метро, я прям стояла около музея Маяковского. Просто мне надо было развернуться и увидеть вход. Я думала, там немножечко помпезнее, там все так немножечко скромно. И я стояла там, а этот навигатор мне говорит: идите, вам еще идти 13 минут. Я говорю: ты нормальный вообще? Я потом сказала: нет, вот это 2GIS, это самый лучший навигатор. И если вы едете куда-то путешествовать, обязательно скачайте его, потому что он реально молодец. Вот Google Map, он меня убил, когда я там ходила через магистрали туда-сюда. Он такой: идите еще, вам идти 13 минут. Я такая: да блин! А вот этот он молодец, он правильно все делает и ведет в правильное направление. Так что если вы приехали в незнакомую страну, в незнакомый город, скачайте его, там просто очень много городов. И он вас выведет. Я его очень люблю, спасибо тебе. Для человека, который в новом городе, прям незаменимая вещь. Друзья, ну на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Странное освещение в этом день у нас было. Но сегодня, мне кажется, последние солнечные лучи мы сегодня получаем. И все, потом нас накроет какой-то колпак уныния, депрессии осенней. Грустно, ну что ж поделать, мы переживем с вами вместе. Я люблю осень, очень люблю осень, но здесь это чересчур уж депрессивная с такой вот погодой, хотя я очень люблю, но холод нереальный. Ну, я на этом желаю вам всего самого хорошего, удачи. Надеюсь, ваш сентябрь прошел так же интересно, как у меня. Увидимся в следующем видео, и пока. Удачи вам, счастливо, пока.